Всем привет! Сегодня у нас на обзоре мой телефончик новенький Alcatel OneTouch Idol 2. Давайте я, наверное, чуть-чуть расскажу про его историю, как я вообще его купил, зачем я его купил, хотя я же все по ссылке, в принципе, из Китая, да, канал на китайской теме основанный. Но все же я расскажу и про его историю. Купил я его через Яндекс.Маркет, я там посмотрел чуть-чуть, и мне понравился этот вот именно этот экземплярчик. В Китае тоже смотрел, именно с такими характеристиками можно там купить за 5000. Вот именно вот IPS экран, 5 дюймов, хорошее разрешение, хорошая камера, что фронтальная, что передняя. Чтобы все вот эти вот прибамбасики, знаете ли, были, Android, чтобы хороший был. Но мне не хотелось ждать, очень долго ждать. До города Перми идет очень долго по ссылке, 2-3 недели, ну то есть месяц. Вот, а хотелось прямо вот телефон прямо сейчас и прямо вот, прям, ну хотелось. Вот, в общем, заказал, пошел на следующий день в кое-какой магазин, и там его я забрал. Все, расплатился, значит, отличный, в принципе, телефончик. Вот, характеристики я сейчас не буду рассказывать, посмотрим в Antutu. А сейчас я расскажу про его внешность вообще. Так, здесь у нас располагается камера 8 мегапикселей с автовспышкой, с автофокусом, естественно, это все микро. Сим-карта одна, это очень важно для меня. И микро CD до 64 гигабайт. Камера фронтальная, 2 мегапикселя. 5 дюймов разрешение экрана. Значит, меня это все устраивало. Динамик, кстати, очень хороший. Вот 2 HD, как вот здесь написано у нас на коробочке. HD звук, HD song. Вот. Здесь у нас располагаются качельки громкости, меньше, больше. Кнопка включения, выключения, блокировка смартфона. Зарядное устройство. Джек 3.5 стандарт и микрофон. Вот, попользовался я им уже денек. В принципе, хорошенький телефончик такой. Не глючит, ничего, обновляется ПО, все нормально. Вот что это я все о телефоне, да, о телефоне. Давайте я расскажу, что у него в комплектации. Значит, у него в комплектации входит это все мое барахло. Ну, вот эта пленочка, естественно, вот он был наклеен, чтобы не пострадал экран. Ну, обычную не дали, даже пожалели. Ну, ладно. Так, здесь у нас, тут у нас гарантийка, естественно, это все понятно. Наушники сразу можно выкидывать. Спасибо, конечно, за наушники, но такие наушники я не люблю. Это на любителя, это в уши, когда вставляется, это меня раздражает очень сильно. И зарядочка, и, конечно же, она отделяется, это как USB может служить. Вот такая вот скромненькая у нас комплектация, значит. Но телефон хорош. Сейчас вам покажу, давайте, фоточки, как он делает в темноте. Вот сейчас вот уже вечер, как бы. Вот такая вот фоточки. Блин, вам, наверное, не видно, да? Ну, если что, зайдете на мою страничку и посмотрите. Вот. Вот это вот передняя камера. Сейчас покажу фронталку. Вот такая вот фронтальная. Тоже хорошая, 2 мегапикселя. Очень даже ничего получается. Снимочки. Вот сейчас я запущу, значит, Antutu тест. Вот сейчас тут у нас короткая мультяшка пройдет. А вот. Все уже готово. Да. Вот. Конечно, не самые хорошие результаты. Мой на самом последнем месте. Asus Zenfone, если я правильно, 5, меня перегоняет. И Xiaomi Mi 2. Вот. Ну, конечно, лидер у нас Meizu MX4. Но у нас же не такие телефоны, а Alcatel OneTouch Idol 2. Так что, ну, как-то так. Вот, может быть, кому интересно, вот Antutu что показал. Ну, стоп, может, давайте я приближу. Может быть, не разбирать, наверное. Я напишу в конце, в комментарии к обзору, там вы посмотрите. В принципе, 20 тысяч, да, мне хватит. Я не игрок, как бы. Я так, в социальной сети сидеть, там пофоткаться. Все такое. Ну, 20 тысяч. 982 попугайчика он нам выдал. Инфа-изготовитель ТЧЛ. Знакомая фирма. Android 4.2, 32 бит.
Модель процессора MTK6582, графический процессор Mali 400MP, разрешение дисплея 540 на 960, камера основная 8, враньем 6. Так, ОЗУ, здесь вот может быть кому-то что-то интересно будет. Почему я сказал вранье? Потому что 6. Тут на коробочке везде написано, что 8. Но на самом деле 6. Может, интерполяция или как это называется? До 8. Вот фотокамера вот. Это 2,1 мегапикселя, это правда. Очень хорошая камера, очень меня порадовала. Ну и все, в принципе. Датчики, естественно, все есть, которые нужны. Вот. Давайте быстренько скажу вам свои ощущения. Стоит ли брать телефон за 8000 рублей? Я скажу да. У него есть один минус, который я ношу. Он при играх нагревается вот здесь. Вот один единственный минус для меня. Я не знаю, может быть, кто-то разбирается. Да, конечно, лучше меня много кто разбирается. Я, в принципе, ничего не шарю в этом. Нагревается очень сильно здесь. Вот в этой части. Вот именно же здесь. А все в остальном он обновился вчера. Извините, что я заплетаюсь, просто спешу очень. Вот, обновился вчера, у него обновилась батарейка. Ну, в общем, он когда я его зарядил, он очень быстро разряжал. Потом он мне показал обновление, типа оптимизация батареи. Я скачал все нормально сейчас. Батарейку уже держит уже второй день. Заряда 60% осталось, при том, что я там сижу в ВК, там, да, вот всякие такие игрульки, в принципе, тянет такие не очень-то, вот... Angry Birds Go, Tanger Dash, Asphalt 7 вообще идеально тянет. В принципе, кому этот телефон ради фоток, берите. В любом магазине, кому интересно, я могу скинуть, где его покупал, именно в каком магазине. Вот, ну, на Яндекс.Маркете вы там не заблудитесь, найдете все. Вот. Хорошенький, в принципе, телефончик, так что производителям твердое 4 с плюсом, потому что они могут лучше. Я думаю, что они будут стараться лучше. Так что всем пока. Подписываемся на канал. Где-то будет ссылочка здесь. Хороших вам покупок. И с Рождеством вас. Всем пока.